Юмор ФМ. А у нас гитара, кстати, появляется в студии Юмор ФМ. А это значит что? Там. А это значит, это та самая гитара, которую сделал Хабиб. Хабиб сыграет сейчас нам Розенбаума. Я бы не пел, нашептывал начальник из сыскной. Так, давай отстроим немножко. Сейчас будет эксклюзив. Впервые акустическая версия новой композиции «Чили» прозвучит в эфире Юмор ФМ. Да. Ягода малинка, крутит головой, залетает туп. Такая ты грустинка, холодная чилийка, хлопает глазами лево-право потолок. Я, честно, аккорда-то не знаю на чили, потому что она не под гитару песня. А эти ты знаешь? А это что за песня сейчас была? Кто у нас в гостях? На Юмор ФМ.